Почему мерзнут ноги? Когда стоит беспокоиться? С наступлением холодной поры года согреться становится все сложнее. А первая часть тела, которая страдает от переохлаждения, это ноги. Когда есть проблемы с кровообращением, холодные ноги – привычное явление. Но это не единственная причина такой особенности. Когда с холодными конечностями нужно обратиться к специалисту, а когда нет повода для беспокойства? Гемоглобин понижен. Как только уровень гемоглобина падает, из организма выветривается тепло. От таких процессов страдают в первую очередь конечности. Чтобы узнать, есть ли у вас анемия или нет, нужно сдать анализы. Недостаток полезных веществ. Когда организму явно недостает минералов и витаминов, он закатывает истерику в виде холодных ног. Ткани не получают необходимых питательных веществ, а значит, кровь не может полноценно осуществлять свое обращение. Не забывайте о том, что строгие диеты не дают возможности телу получать важную дозу витаминов и минералов. Не испытывайте таким образом свой организм на прочность. Опасные заболевания. Холодные ноги могут быть одним из симптомов серьезных заболеваний, сердечно-сосудистых, проблем со щитовидной железой, даже атеросклероза. Важно обратить внимание на другие признаки и для постановки диагноза обратиться к врачу. Зависимость от погоды. Тот случай, когда беспокоиться о мерзлявости ног, нет особого повода. Когда на улице холодно, конечности начинают подмерзать. Единственное правильное решение – утепляться. Не допускайте, чтобы ноги находились в холоде или перемерзали. Теплые носки и правильная сезонная обувь помогут избежать этого неприятного состояния. Стрессовое состояние. Длительное нахождение в состоянии стресса может привести не только к психологическим расстройствам, но и к мерзлявости ног. Постарайтесь оградить себя от стресса не только чтобы сохранить конечности теплыми, но и чтобы уберечь себя от ряда более серьезных заболеваний. Источник интернет. Будьте здоровы!